Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусную пшеничную кашу по рецепту моей бабушки. Для этого нам необходимо чортан. Чортан – это прессованный сушеный мацони. Чортан мы заливаем теплой водой и оставляем на ночь, чтобы стал мягче. В дальнейшем из него мы будем готовить соус. Пшеничную крупу хорошо промываем. И затем кладем в кастрюлю. Заливаем водой. В воду добавляем в соотношении 1 к 3. Когда только закипит каша, снимаем пенку, чтобы не образовалась пленка. Уменьшаем огонь и варим до готовности. Берем терку, отпускаем ее в глубокую миску и начинаем натирать чортан. При этом постоянно смачиваем водой. Из чортана мы готовим соус. Если образуются комочки, то ее можно пропускать через ситочку. Дорогие друзья, если вы еще не подписывались на наш канал, подписывайтесь. Включите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые рецепты. Продолжаем натирать чортан. Родина – это каша, Алашкерт – Иван. Все хорошо перемешиваем до однородной массы. При необходимости добавляем воду. Соусы также добавляем 3-4 зубчика чеснока.
Продолжаем при этом перемешивать. Готовый соус должен выглядеть по густоте как кефир. Перемешивая нашу кашу, добавляем соль, после чего варим еще 2-3 минуты. Растапливаем топленое масло. Если вы не любите топленое масло, то ее можно заменить сливочным маслом. Готовую кашу наливаем в глубокую миску. Сверху заливаем маслом и чертаном. Желаю всем приятного аппетита! Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!